Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор из каталога Oriflame номер 13, нет, 14, это 14 каталог, и я вам покажу топ-10 продуктов, которые я сама выбрала в этом каталоге, буду рекомендовать их своим клиентам и рассказывать о них. Почему я всегда выбираю несколько активных продуктов? Для того, чтобы облегчить себе задачу. Если мы общаемся с клиентами и стоит цель стать профессиональным консультантом, то нужно начинать не просто с того, что раздать каталоги, а в первую очередь это как мы выглядим, то есть подумать о том, как мы пойдем клиентам, то есть это обязательно должен быть опрятный внешний вид, приятный макияж, не слишком броский, и приятный аромат. Вот это очень важно. Второе, мы должны знать продукцию. Весь ассортимент выучить сразу не получится. Особенно если вы новичок, то вам нужно сакцентировать свое внимание на нескольких продуктах, которые действительно интересны в этом каталоге по ценовой политике, или они участвуют в каких-то акциях, спецпредложениях. Именно об этом я сейчас с вами и поговорю. Итак, начинает наш обзор. Продукт со страницы 11. Это тушь для ресниц. Тушь всегда актуальна, особенно если классная тушь и особенно если тушь по хорошей цене. 229 рублей за тушь, но это действительно очень хорошая цена. И я выбираю тушь «Невероятный эффект», да, как она правильно, с эффектом накладных ресниц. Она действительно дает невероятный эффект, кстати, она у меня сегодня на глазках. Такие вот она реснички, тут всего два слоя, если сделать третий слой, то будет еще эффектнее. У нее удачная кисточка, это такой дизайн, когда кисть сплюснута с двух сторон, а здесь она расширена. Когда мы красим ресницы, то получается, что идет отличное разделение, ресницы подкручиваются и удлиняются. Мне нравится эффект, что они не нагружены ни комками, а такие шелковые, бархатные реснички, длинненькие, хорошо закручены и лежат как веер. Почему я это ценю в этой туши? Дело в том, что у меня ресницы растут неравномерно. Есть некоторые покороче, какие-то подлиннее. И есть некоторые туши, которые не справляются с ними. Они так и остаются, какие покороче, они чуть-чуть торчат. Те, которые подлиннее, нормально подворачиваются. Эта тушь подхватывает реснички и делает их идеальными. Поэтому я ее очень люблю. У меня получается тушь 5 в 1 и с эффектом накладных ресниц. Это вот две мои любимые туши. И вторая тушь, здесь аж стерлось все, это термостойкая тушь, термосмываемая. У нее пушистая кисточка, это не силиконовая кисть. Такая пушистая, она тоже классно прокрашивает ресницы, но я такую кисточку не очень люблю, но я выбираю эту тушь тогда, когда мы едем, например, на море, или я знаю, что там будет дождь, я могу попасть в снегопад. Почему я выбираю эту тушь? Гарантия, что ресницы не смоются, не отпечатаются, не свалятся с глаз, потому что она смывается только очень теплой водой, очень теплой. То есть я с ней ныряла в море, в бассейне, я с этой тушью, кстати, проверяла ее в бане, я ходила в хамам, в сауну, и она не снялась. То есть если ее не снимать, не трогать, она не снимется. Как она смывается? Если мы смываем ее такой хорошей теплой водой, то она просто снимается с ресничек, как одежда. Фантастика просто. Кстати, очень многие ищут именно такую тушь, не просто водостойкую, потому что водостойкая тушь плохо смывается. Даже только специальное средство для снятия водостойкой косметики, тогда она смоется. Больше никак. А эта тушь, чем удобно, не надо специальное средство еще покупать. То есть просто теплая вода. Все, и она смоется. Следующие закладки. У меня их тут 10. Я буду говорить о помадах, потому что помада всегда актуальна. Помада поднимает настроение, помада помогает усилить образ, помада помогает, я не знаю, просто привлечь к себе внимание. И мне нравится именно губная помада The One Color Obsession. У меня два оттенка сейчас осталось. Один я подарила, он такой, сейчас скажу, какой у меня был цвет, земляничная поляна. И он мне давал уже сейчас с рыжим оттенком волос, он смотрелся просто как-то не очень, не очень. У меня есть земляничные ночи я отдала, вот,
такая с фиолетовым подтоном. А земляничная поляна – это одна из моих любимых помад. И, кстати, очень часто я ее крашу на видео, и каждый раз под этим видео несколько вопросов. А что у вас за помада на губах? Она очень эффектно смотрится, лежит хорошо на губах, она не полосит, не сворачивается. Что мне еще в ней нравится? Она увлажняет губы, и еще она хорошо лежит без контура. То есть это та помада, у которой хорошее плотное покрытие, и она лежит без контура. Но в этой помаде не все такие есть. Например, сейчас скажу, какую я пробовала. Тюльпанная лихорадка, к ней нужен контур, то есть она более прозрачная. То есть есть какие-то оттенки. Вот, например, у меня еще есть гранатовый браслет, а ее тоже можно без контура красить. То есть у нее такое плотное, классное покрытие. Поэтому помады я буду эти рекомендовать. У меня есть несколько клиентов, которые обожают именно эту помаду и никакую другую не соглашаются. Следующий мой выбор — это румяна в шариках и сияющая пудра. Почему румяна в шариках? Это тот самый товар, который радует глаз, я бы так сказала. То есть даже если девушке вроде бы румяна не нужны, есть какие-то другие, но вот это чудо, оно радует глаз. Это 25 грамм шариков разноцветных, которые при смешении кисточкой на лице выглядят очень естественно. Я вот выбираю именно естественное сияние, но у нас есть разные оттенки. В этот раз будет еще и персиковое сияние, то есть два цвета. Поэтому выбираем точно румяна шарик. Да, два оттенка. Их очень надолго хватает. И их почему-то все любят. И мне кажется, это такая гордость. А у тебя есть румяна в шариках? Ну, конечно, есть. А если нет, то надо обязательно покупать. Хороший продукт, хорошее качество. Ну, не всем он нравится, но мне он нравится, этот продукт. Он действительно хороший. У меня у всех моих клиенток есть румяна в шариках. Так, дальше. Лаки. Я думаю, что лаки для ногтей тоже будут актуальны, потому что поменялся сезон. Сейчас мы из лета, из более таких ярких, солнечных оттенков, да, таких вот неоновых, мы переходим в осенние. Они более спокойные, они должны быть какие-то такие, не знаю, более холодные или теплые, но более насыщенные цвета. Мне кажется, это вот сочетание красивое будет, когда одежда становится более спокойных оттенков, и лаки тоже. Поэтому мы предлагаем клиентам лаки. И я хочу обратить ваше внимание на объем. Всегда смотрите, потому что есть лаки, они по одной цене, но в одном варианте это 8 мл, а в другом 5. Обращайте внимание. И больше мне понравились именно эти лаки, которые на страничке, не знаю, на какой страничке, 34. По качеству они мне понравились больше, чем те, которые на 35. Следующая моя закладочка — это, ну, я вам, к сожалению, не покажу, но это ухаживающая тональная основа OnColor. Я слышу про нее много хороших отзывов. У нее прекрасная ценовая категория, 179 рублей за тональную основу. И на канале у меня есть видео отдельное по этим оттенкам. То есть я их все тестирую на руке. Можно посмотреть свотчи и увидеть, что у них действительно приятный тон. Они прям, ну, предоставили нам хороший выбор, хотя всего 4 оттенка, но выбор достаточно хороший. И тон, он всегда актуальный. Даже если он недорогой, он может быть очень даже классным. Следующий мой выбор — это напиток Aqua Glow. Это новинка в серии Wellness, и мы в этом каталоге можем выписать себе маленький пробник на один раз, попробовать. И я думаю, что это будет революционный продукт, бомба, потому что он делает нашу кожу более увлажненной и сияющей изнутри. То есть многие девушки, когда я провожу мастер-классы, первое, что они отмечают, то, что кожа потеряла сияние, и она выглядит такая тусклая, усталая. И если мы стараемся снаружи мазать, чем-то замазывать, это одна история. Но если у нас кожа сияет изнутри, благодаря тому, что клеточки напитаны, наполнены витаминками и всем необходимым, то это гораздо приятнее. Согласитесь? Я обязательно закажу пробники. Мне очень интересно, что это за продукт. И здесь есть акция. Если вы заказываете любой комплексный уход на Vage, то получаете в подарок саше нового напитка. То есть можно купить, а можно получить в подарок.
Так, следующая закладка. Нет, это не то. Не туда куда-то прилепила закладку. Масло для волос. Я его не взяла почему-то, но оно здесь есть. То есть оно у меня есть, но я его не взяла вам показать. Масло для волос ночное, ночной эликсир. Но дело в том, что его можно использовать не только ночью, потому что я на ночь никогда не мою волосы. И когда я только получила пробники, у меня возник вопрос, а как же быть, если мне неудобно на ночь мыть волосы? Я не люблю этого делать. Я люблю помыть утром, сразу их напитать, уложить красиво и пойти. Потому что если я их мою на ночь, то за ночь они могут там помяться, потерять форму. И я попробовала масло утром, и оно прекрасно впиталось. Я также высушила волосы, все просто великолепно. Это масло мне нравится намного больше, чем масло, которое оно желтенькое. И по всем показателям мне оно подошло больше. Мне интересно, какая ваша реакция на это масло. Кто пробовал, тоже поделитесь в комментариях. Очень интересно. Так, следующая закладка. Это акция. При покупке любой краски для волос получаете любой шампунь из трех представленных в подарок. Достаточно хорошее предложение. И мой выбор — это краска 9.0. Многие спрашивают, каким оттенком я пользуюсь. Ура! Наконец-то я нашла в Oriflame свой цвет, который вот прям идеально тот, который я хотела. Это цвет 9.0. И шампунь, который мы получаем в подарок, серия Hair X. То есть это профессиональная серия. Я очень люблю эти шампуни. Практически всегда ими пользуемся. То есть мы берем разные, но предпочтение все равно отдаем серии Hair X. И по акции мы должны клиентам показать, что действует спецпредложение. Выберите, что вы хотите. И в заказе нужно будет указать одну краску и код шампуня, который вам понравился. Так, следующая закладка. Это последняя страница. Это тоже акция. Это набор, черничный десерт с черникой. Крем для тела и крем для душа. Что мне понравилось в этой акции? При заказе на 500 рублей из каталога любой продукции вы можете заказать один набор и набор полноценный всего за 199 рублей, два продукта. Один — это будет банка вот такого крема, ну вот такого объема, здесь другой крем, но это 150 мл, то есть это хорошая баночка крема для тела. И второй — это будет гель, крем для душа, и тоже у него 200 мл объем, то есть это полноценный набор всего за 199 рублей, со скидкой консультанта 160 рублей, получается, что один продукт 80 рублей, это очень выгодно, поэтому я буду максимально брать много наборов, потому что скоро Новый год, мы не успеем моргнуть глазом, октябрь, ноябрь пролетят, декабрь, уже в декабре будут все бегать искать подарки, кто-то будет стараться сэкономить, и предложить человеку взять один продукт за 100 рублей такого классного качества — это вообще супер. Просто для сравнения, вы можете найти сейчас в этом же каталоге по акции. Идет у нас вот этот крем. Не сделала закладочку, чтобы показать. Не помню, на какой страничке. Но вот этот крем, который я вам сейчас показывала, он более 200 рублей. По-моему, 229 рублей. Не попался на глаза, но он в этом каталоге точно есть. Может быть, вы найдете. То есть вот такая же баночка, 229 рублей. То есть гораздо выгоднее взять набор, тем более с черникой. Черника — это очень сильный антиоксидант. Ну, просто новинка. И я очень люблю аромат черники. Буду брать. И последняя страничка — это крем для ног, питательный тыквенный пирог. Насколько я знаю, тыква — это очень полезный, очень полезный продукт. Я обожаю тыквенное масло. Заправка в салаты просто невероятная. Я обожаю тыкву в каше. Тыкву пареную, тыкву жареную, тыкву запеченную, какую угодно. И тыквенный крем для ног, конечно, я буду брать. За 99 рублей такое чудо, конечно, я возьму. Тем более я люблю ухаживать за ножками. Ноги нужно также мазать регулярно, как и лицо. На них огромная нагрузка идет, поэтому заботиться о ногах нужно обязательно, чтобы они нам как можно дольше прослужили. Поэтому вот такой мой выбор. 10 закладочек, должно быть 10. Все вам показала, рассказала. Надеюсь, мои рекомендации будут вам тоже полезны, и вы тоже включите список своих любимых продуктов и тех, которые вы будете рекомендовать клиентам, те, которые рекомендую я.
вас прошу в комментариях писать вопросы, если они есть по продукции или по тому, как работать с клиентами. Если видео полезное, ставьте лайк. До новых встреч. С вами была Лилия Донского. Пока-пока. GoPro, стоп-видео.